Все это одна большая завязка для небольшой шутки. Бывает у вас такое, что вы проводите свой день как обычно, а именно лежите мордой в подушку и не понимаете, зачем вы уже даже не живете, а просто существуете на этом белом свете. Все это от лукавого из самой банальной скуки, которую можно быстро победить игрой War Thunder. War Thunder — это самый масштабный онлайн-экшен о битвах военной техники на земле, в воде и воздухе, но что самое главное — игруха бесплатная. В этой игре у тебя множество возможностей для виртуального карьерного роста. Нравятся самолеты? Пожалуйста! Быть хоть пилотом, истребителя или же массивного бомбардировщика, даже своя команда работяг есть. Если же ты больше любишь землю, то милости просим за танк, машина побольше или меньше, грузовичок противовоздушный или же тупо с работягами гоняй в пушки на колесах. А коль воздух с землей тебе не милы, то прошу на борт водоплавательного судна, брозди воды и топи негодяев в лице других игроков. А игроков там миллионы по всему миру, так что кого-нибудь макнуть лицом в дно морское вы всегда досможете. Кстати, все эти вышеперечисленные машины — лишь малая часть того огромного парка техники, более 1500 точно воссозданных моделей техники со времен Второй мировой и до современности. Самолеты, вертолеты, корабли, наземный транспорт на гусеничном и колесном ходу. И да, за каждый ты сможешь сесть и отправиться воевать на битву на одной из 80 красивейших локаций, расположенных по всему земному шару. А по приезду обратно в ангар взять да и проапгрейдить любимый транспорт по своему вкусу. И ладно бы на этом все. Но не все. Ведь мало того, что много разной техники, так еще и хороший выбор сторон конфликта, у которых есть свои варианты многообразных легендарных машин. Германия, Китай, Асашай, клан Сопрано, мебель Делы, овсянкоеды. Хо-хо-хо-хо! И могучий Советский Союз. Играть я, конечно же, буду за наших, но вы вольны выбирать абсолютно любую из сторон. В игре режимов много, и все они достойны внимания. Можно играть лайтово и аркадно, можно чуть более реалистично, а коль вообще охота по хардкору, то ступай на поля симуляторных сражений. Переходи по ссылке в описании и качай игру уже прямо сейчас совершенно бесплатно. Не просто бесплатно, тебе еще и ценный бонус для легких побед дадут. Что? Хочешь еще услышать про столь замечательную игру? Да мне не сложно и даже в радость. Ведь кем бы я был, если бы не привел примеры эпичных битв? Начнем, пожалуй, с самолетов. Из того, что управление максимально легкое, можно управлять полетом, хоть клавиатурой, хоть чисто мышкой, и при этом не испытывать какого-либо дискомфорта. Допустим, я сейчас в абсолютно полном удобстве спустил некого Глеба с небес на землю. Хотя вполне справедливо стоит сказать, что не только мне в этой игре максимально комфортно и удобно. Кстати, сейчас вы можете наблюдать, как я пилотирую самолет Жуковский. Это достаточно мемный относительно меня самолет, хотя бы потому, что он очень хорош и эффективен на начальных порах для кого угодно, кроме меня. С другими же машинами мне везет куда больше. Враги падают один за другим, к тому же я наконец-то приноровился уничтожать не только самолеты, но и наземную технику. В некоторых режимах необходимо уничтожать вражеские конвои, базы и системы ПВО. Для данных случаев я совершенно случайно открыл для себя массивных и мощных бомбардировщиков. Пока остальные, как стайка мух, дерутся между собой, мы с ребятами на колоссальной высоте пролетаем над полем битвы к вражеским контрольным точкам. Полеты на таких авиамахинах самые расслабляющие подойдут тем, кто не парится. Заварил себе чаю или кофе, и словно элитный капитан воздушного судна тихо скидываешь несколько подарков врагам на головы. А коль какой назойливый чудило решит напасть на вас, так работяга с пулеметом мгновенно спугнет его. Давай-давай, лети отсюда, эх! Работа неблагодарная, но кому-то ее делать надо. Под роликом по ссылке перейди, игру скачай, чай налей и гамать садись скорей. War Thunder! Еще стоит упоминание режим от первого лица, а точнее взгляд на мир глазами пилота. В этом режиме можно также вполне без проблем играть, да и не только можно, но и нужно. Конечно, поначалу сложно привыкнуть, но когда сидишь такой в наушниках перед широким монитором и уничтожаешь врага,
удовольствие доставляется великолепнейшее. И еще стоило бы рассказать, в игре есть вертолеты, да, сделаны они не менее великолепно, и летая на них, я даже немного взгрустнул, что в других играх такого нет. А чтобы балдежа было больше, можно украсить любимый боевой транспорт разными приятностями, либо же можно немного запариться и сделать собственный уникальный дизайн, и результат абсолютно того стоит. Хоть у многих War Thunder и ассоциируется больше всего с самолетами и эпичными летными битвами, режимы боевых конфликтов на наземной технике не менее популярны, а все потому, что проработаны тщательно и с душой. Украшай свой транспорт, как тебе душе угодно, и выезжай на красивейшие локации, которые к тому же достаточно детализированы. Конечно, когда я увидел реакцию природы на танк, то приятно удивился, но когда колеса начали тонуть в песке, я приятно аху. При уничтожении противников и вас, игра вам любезно покажет с помощью рентгеновского взора, что, как и куда был нанесен урон. Это очень хорошо помогает анализировать, как в будущем лучше наносить врагу урон, или же как его избегать. Ведь в зависимости от вашего положения и траектории полета урон может нанестись. Либо снаряд просто проскользнет в сторону. Ах, воды и запах морской битвы. Вот я тут плыву, мои солдаты стреляют, а вокруг творится настоящий хаос. И ладно бы на торпеде в лицо балдеж окончился, но нет. Всегда можно перейти на самолет и отправить противников на кладбище. Ах, это прекрасное ощущение. Управление судном, надо быть мастером своего дела, чтобы так отлично все это передать через экран монитора. И оно неудивительно, ведь над игрой работают чудесные ребята, которые, не погладая рук, обновляют игру и снабжают игроков новым контентом, да разнообразными ивентами. Понравилось то, что я тебе рассказал? Ну конечно же, ведь такая замечательная игра любому будет по душе. Залетай и попробуй себя в роли бравого вояки, способного в погоду всякую и время суток побеждать, параллельно наслаждаясь прекрасной графикой и технологичной физикой происходящего. Ну конечно же, переходи по ссылке в описании и качай игру совершенно бесплатно. Цепляй свои бонусы, если еще не забрал, а если не скачаешь, то к тебе придет злой Барабуту-сан и покажет тебе дорогу до мира духов. Курсла! War Thunder! Садись за штурвал машины войны и увидимся с тобой на поле боя! У моего... Мишиндеда!